Ну что, пытаемся с Наташей поехать наверх. На какой-то крутой обзорный вид. Да, какую-то. 70 какого этажа? Сейчас посчитаем. 71, по-моему. Не знаю, там нужно бронировать, там нужно что-то платить. Очень большие деньги, минимум 100 дирхам. Вот город, город спит. Да, лифт приехал. Ну, идемте посмотреть. Уже 9:30. Так, куда тут же забежать? Вот. Да, там ОЦ. Да, это вот highest view, highest floor. Вот ресторан. Непонятно, что оно такое. Что оно такое? Не зрозуміло. В ліфті все окей. Дистанція соблюдається. Сейчас вот такой у нас огромный лифт. Какой там. О, доехали уже. Сейчас выйду и не скажу, что мы не заходили, да? 3, 1, 2, 3, 4, 13, 13, 14, 15. О, что это такое вообще? Девочки, все это махайло. You want to know what is this? So we have here the restaurant. No, we did not book, we want to know what is this. Она же рассказывала. Все, приятная женщина нам сказала, что мы можем пойти и ресторан посмотреть. Ага, это еще подниматься надо? Такое все строгое, надо букать. А ну посмотри, шикарный туалет. Нет, ну мусор там, может посмотреть на шикарный туалет. Ладно, не буду. Ага. Ой. Я думала, что сейчас будет вот это... Пекло, да? Женщина тоже. Ага. Нет, вот он как выглядит. Здесь... Ну смотри, как-то нас пропустили уже, да? Уже хорошо. А, мы вот идем. Бассейны, которые люди... С 90-й стороны можно. Люди говорили, здесь какие-то бассейны шикарные. Ну что шикарное, сказать не могу. Слушай, я думала, что здесь очень холодно. Здесь... Холодно? А что здесь будет холодно? Подожди, а, от кондеров. Так, я ничего не вижу, а вы там видите, что у нас там происходит? О, да, это крутой Дубай. Да, что-то видно. Идем. Так, сразу говорю, что тут мы ничего не заказывали, ничего не букали, и мы уж так наели, что покупать, наверное, ничего и не будем. О-о-о. Вот такая ступенечка красивая тоже. О, такие вот места интересные. Говорит Наташа, потише, чтобы я людям не мешала, я не хочу мешать. А, красота открывается. Главное не упасть сейчас, когда по ступенькам идешь. Это какой этаж получается? 71. 75. Ой, 16 этажей на красота, камере. Красота какая. У нас уже такой прощальный вечер в Дубае. Ну, шикарно. Как здесь все выглядит так. Интересно посмотреть. Ну и покушать здесь тоже, посидеть. Нужно как бы конкретно хорошо сесть. Он, человек спит правильно. Мы не будем ему мешать там. Так, куда мы смотрим? Смотри, я же не знаю. Прямо должен быть Ла Мер. А, прямо пляж Ла Мер. Да, смотри, Ла Мер. Справа, вот если, конечно, не видно, это мечеть Джумейра. Суйте извините. Пальчик в камеру. Извините. Ага, ну. То есть там где-то. Там где-то пляж Ла Мер, на котором мы еще попадем. В этот раз мы не попали, да, потому что жарковато было, мы не хотели, мы просто гуляли и показывали вам достопримечательности, мол, и где что купить. Это смысл, в общем, да, я надеюсь, что в следующий раз вам покажем. А показываем вот такой вот шикарный вид. Кстати, тоже интересный, хороший вид был из нашего экзотического отеля, да? Да. Идем дальше? Тоже, да, идем дальше. А то ребята... Нам сказали, что можно пройти посмотреть, нам это очень нравится, что нас пустили. Вот такие вот линии здесь. В общем, все в свете. Классно. Надеюсь, люди не против, что... Ну, я их не снимаю, сказали, в принципе. Что нужно, чтобы посидеть минимум, чтобы здесь забронировать. Я сказала уже, да. А, да, ты сказала. Да. Запланировать на 100 дирхам. Красиво. Это так потолся блюдо, смотри. Ага, прикольно. Это как наша башня Гевора, так вот блюда и подносят. Такие же в форме башни Геворы. А вот великолепнейшая Бурдж-Халифа, да, самое высокое здание в мире. Мы, конечно же, сейчас немножечко ниже. Но все равно этот отель очень классный, нам очень понравилось. Самый высокий отель в мире. Это шикарно. Я все-таки была права, что здесь должен быть ветерок. Да. Но оно хоть и будет эти... А, пардон, это кондиционер. Да, вот такой вот ветерок отсюда выходит. Нам он очень нравится. А ой, это же... А смотри, как находится, прям в этом. Ну, это, наверное, там кондиционирование идет. А, да. Вот, да, кондиционер. А просто такая клетка, я чуть не подумала, да. Что это для тех, кто немножко вот тесты не сдал.
Что же их, типа, людей ограждать, да? Вот тоже можно в такую клеточку. Красиво. Очень красивый вид. Спасибо девочке большое, что нас пустила. Мы это показываем вам и нам. Вот мы за все 7 дней пребывания, мы не зашли сюда. Честно, мы планировали, но не получилось. То мы накушанные были, то время не было, то мы приходили поздно, в 11:30. Как тебе, Наташа? Классно. Красиво, знаешь, да? Очень это красиво. Это круче, чем, еще раз повторюсь, на Бурж-Халифе. Да? Намного. А интересно, если здесь просто обзорочка зайти, тоже хорошая. Наверное, никто не выгонит, если ты просто зайдешь в отель и скажешь. Ну, я не знаю, тебе, чтобы зайти в отель, нужно же предъявить что-то, чтобы тебя пропустили секьюрити, правильно? А ты много предъявляешь? Ну, нас уже знают просто. Думаешь? После того, как мы 7 часов спали на рецепции, посмотрите, наши видео, кстати, нас уже все знают. Мы реально там спали. Идем туда еще пойдем. Да. А вот бар, кстати, ребятам заказываешь, они все приносят. Все-таки мне эта клеточка не дает покоя. Что это? А я думала, знаешь, они похожи на ледяные такие, вот такой цвет. Ну, конечно, лед никто не будет здесь делать. Во-первых, с холода никто не сядет. А во-вторых, прошу прощения, но растает. Потому что это Дубай, это жарко. Это жаркий климат. Ой, красота какая. Ну что, скажем Бурж-Халифе пока, до скорой встречи. Так, что мы идем дальше? Молодой человек в одиночестве кушает. Ну, какие вкусные какие-то такие. Интересно. Красота какая. Красота. А вон, кажется, мой любимый испанский небоскреб, на что расстраивает, почему-то он не светится. Я очень надеюсь, что он не закрылся, и что у него все будет хорошо, потому что, ну, мне очень нравится это здание, и я всегда стараюсь, когда мы едем по Дубае, найти его. Где мой испанский небоскреб? А он как-то вот здесь. Вот. Можно спуститься, да? Наверное, можно. Наташ, я пойду спускаться. А, мы-то спустились. Ага. А вида теперь-то нету. А, ну вот мы обошли. Вот бассейнчики, вот как оно все находится здесь. А вот, ну что, покажем вид. О, хорошо, что селфи-палочку можно поднять. И посмотреть весь город, посмотреть его. Ну, в принципе, классно. Как чтобы сесть здесь так конкретно и покушать, я бы, наверное, или вид хотела бы смотреть, честно, или кушать бы хотела. То есть, ну, мне казалось, мы просто бы здесь, ну, не сосредоточились. Не стоит оно таких денег, но это мое личное мнение. Вот, Наташа смотрит бассейн. Ну, я не знаю, как бы взбираться на эти бассейны, как бы, да, а вид-то все равно не видно. Вот вид-то здесь закрыт. А ты сидишь здесь. Даже если двухметровый баскетболист, и он ты вид не увидишь. Поэтому не знаю, не знаю. Как водичка. Дайте-ка потрогать. Главное не упасть. Трогаю водичка. О, прохладная. Да, я бы сказала, холодненькая. Ну, водичка классная. Наташ, водичка прохладная, кстати. Вот такие вот у нас дела сегодня. Такой вот вид. Не знаю, как вам нравится. Пишите. Это наш последний вечер в отеле. Завтра пора уже ехать в наш город Элянь, как мы называем, город Глаз. Город Глаз, он город так и глаз, есть, да. Элянь переводится Глаз. Так Айн. Что... Айн. Айн. Так что завтра, мы надеемся, мы будем на базе в городе Глазе. Мы сдали для этого 3 палочки в нос уже. Да, Наташа, мы, ну, расскажем, кто. Палочка в нос при вылете, палочка в нос при прилете бесплатная, и палочка в нос была сегодня. Да, платная. Слава Богу, пришел результат, все окей. Да. Все окей, мы очень рады, потому что, ну... В данный момент палочка в нос играет большую роль. Слушай, все-таки на Бурж-Халифу можно любоваться и любоваться. То есть любоваться можно на Бурж-Халифу, а вот с Бурж-Халифу, да. Ну, мы не сильно рекомендуем. Не рекомендуем тратить. Да, потому что стоит очень дорого. Хотите хороший вид, приходите вот сюда или на Дубай-Арку. Дубай-Арка — это просто вы. Вы видели видео, я оставлю в описании. Дубай-Арка — это космос. Видно, что они мужчины есть, я сняла, кстати. Ой, какие-то роллы, такие, да, вкусные. Такие прикольные. Наверное, большие вкусненькие. Роллы. Сейчас это. Дай попробовать. Наверное, вкусненькие. Дай блинка. Как-то нет, ну, не, мы не будем просить, конечно. Мы составим компанию. Ну, ладно, что там уже. Я уже вам показала такие вот роллы. Думаю, что стоит они прилично. А мы еще раз любуемся на город, любуемся на вид. Вот такой хороший сегодня день, хороший вечер. Удачная палочка в нос. В общем, пока все совпадает, все хорошо, да? Наташа на фоне испанского небоскреба. Да? Приятно, да. Приятно. В основном ты рубашечку одела, да? Ну, она легенькая, приятненькая.
Давай я тебя поснимаю. Ну, ладно, давай, репортаж. Ну, наверное, мужчине мешает. А чего? Он же нам еще ничего не сказал. Ну, идем вперед. Все, уходим? Да, мы уходим. Мы посмотрели, нам понравилось. Беспокоить гостей отеля. А мы же тоже гости отеля. Мы никого не беспокоим. Мы не кушаем. А, мы не кушаем. Ну, почему такие две девушки снимают себе видео, ну, не кушают, говорят, что за девушки. Мы не хотим быть в вашем видео, да, не снимайте нас, пожалуйста. Так нам никто ничего не сказал, ну чего ты. Потому что рядом стоят неприятные, вежливые, персонал тоже классный, пропускают, разрешают снимать. Ну да. Очень сложно клиентам, когда они не видят. Я смотрю под это, под ноги. О, я говорю, ветерок, слышишь? Дуют кондиционеры нещадно. А я реально была уверена, что здесь на таком-то этаже уже будет прохлада. А ее нет, этой прохлады. Ты знаешь, больше всего меня поразили бассейны. Ты записал, что классный вид из бассейна. Посмотри в бассейн и посмотри в борт. То есть ты сядешь в бассейн, у тебя вид будет только бассейн и борты. Ну да. А вид отсюда шикарный, да. Отсюда вид просто классный. Ну, знаете, вид красивый. Так что вот такие у нас дела. Отличные дела. Мы очень рады, что мы побывали в Дубае, что мы в этом отеле. Да. Что мы показались в этом отеле, что мы сняли много видео для вас. Обязательно увидите, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, путешествуйте. Мы очень надеемся, что все будет хорошо. Чего вам желаем. Ну, мы будем возвращаться в наши ляйны. И следующие видео, думаю, уже будут про Абу-Даби. Ставьте лайки, подписывайтесь. Абу-Даби тоже классный. Всем пока. Поехали.